Лето – это чудесная пора, наполненная своими прелестями и красотами. Так где же искать вдохновение летом? Конечно, в природе. Природа – это самый лучший источник неисчерпаемого вдохновения. Стоит только выйти на улицу и вдохнуть этот свежий, наполненный теплом воздух, пройтись по улочкам города, внимательно разглядывая каждый домик и кустик, на секунду замереть в молчании и услышать пение прекрасных птиц, опустить голову вниз и увидеть цветы, колышущиеся на ветру. Эти краски, эти ароматы, они настоящие, они волшебные. Залезть в фонтан и плескаться там, пока не намокнет вся одежда. А еще можно уехать за город, к прудику и речке, упасть около водоема и слушать журчание воды, перебирать пальцами горячий песок, ощущая каждую песчинку, прокатиться на катере, вдыхая свежий воздух и подкармливая чаек, которые летят за вами. Вернувшись домой, вы точно поймете, что вам надо и чего вы хотите. Ваше творчество польется новой струей. Главное, прочувствуйте всю прелесть каждой секунды, проведенной на природе, каждой мелочи, которую увидите. Вдохновение вам гарантировано.